Муссон? Какой, блядь, муссон? Что? А, я забыл, что я озвучивал. Роток Сакет? Что, блядь? Ска! Хвост вверх, Ска! Лучший перевод. Ска, бля. Ой, блин. Привет, Кириллиус. Ну ладно, давай начнем. Я первый раз в эту игру, знаете, где играл? На 3DO, блин. Я даже не знал, что она до PS1 есть до поры до времени. Это первая игра, которую на 3DO играл. И которая мне единственная на 3DO понравилась. Хотя я где-то 3, наверное, видел. Но это была лучшая игра. Да не все. Тут вообще, блин, не знаю. Я себя не воля случаю, я вообще не знал, что 3DO существует. Ча, он может пойти на сайт купить за 1004, блядь. Тогда, мне кажется, 1018 его можно было купить. Эквивалентно, блядь, как PS4 какую-нибудь. Самую дешевую. A party time! Damn! Димон, запускай бич Путин, блядь. Для входа на этап встань напротив работающего телевизора и дави X. Я забыл как. Бич Путин! Та-та-да-да! Бич Путин! Смотри у меня, блядь. Так. Я помню, первое... Это кладбище. Так, Фрэнки энд Хелли. Так. Окей, окей. Могущественное заклинание. Всем спокойно, могущественное заклинание. Так, вот это ска... Так, кружок, крест, ага. It's tail time. Tail time! Да. Найдите уровень удал управления для перехода на новый. Что? Пульт управления в смысле найти. Окей, хорошо. На нах. Я понял, что он что-то умеет. Да. Вот это нормально сейчас было. Ой, сапачи! Спасибо, Кириллиус, за поддержку канала. Могущественное заклинание. Ну и за битики. Битики. Спасибо. Ой! Кнут хвост, сильно выбив одно очко. Строме или есть их специальный способ? Что? Я чую, блядь, интересный будет перевод. Воу. Я помню, что вот так можно. Джеронимо! Джайма! Мэри! Да, слышь, а ты можешь не так быстро? Алло, алло, все, хватит. Тихо-тихо, да ну ёпт. Опа. Кто там внизу был? Или мне показалось? Бля! Показалось, наверное. Так, держать вниз и бег для ускорения? В смысле вниз? В смысле hold down? А! Держать вниз. Hold down, в смысле, ну... Больно же. Так, а что такое?
Ядрить тот музон. Секреточки. О, блядь, тихо. Видимо, хп... А, хп мой, вон, справа сверху. Точно, окей. Так. Ой, это жизнь. Хорошо, ладно. Ай! Тихо-тихо-тихо-тихо. Шуба! Калин! Блин, такое ощущение, что его это озвучивал, блядь. Который этот, Эван всемогущий, блядь. Что за... Тянуть вниз в прыжке? Пулдаун? Прыгнуть на врага? Или заблокир, держать кнопку прыжка и толкать вперед для суперстринга? Что? Что? Что я только что прочитал? Ну, в смысле... О, пульт. Не стринги, а стринга. Одна. SNL. SNL? Окей. Прыгнуть и толкнуть для прикол на поверхность. Что? О! Ух, нихуя. Но-но. Но-но! Так, это вот хуйня смертельна. Точно помню. Лучше не падать. Не надо, да? Давай перепрыгнем. Ай-яй, тихо. Поем. Стоять. Стоять напротив ТВ выхода и нажать вверх для выхода на уров. Что, блять? Кошмар какой. Одна стринга это как? Ну только спереди. Или только сзади. Один уровень есть. Такая, знаешь, она просто надевается сверху и висит. Все. Одно неверное движение, и оно падает. Перед штурман. Для включения TV Select. А зачем? А, использовать стрелки для управления в кнопку. Используй стрелки для управления в кнопку X. Для использования. Я не знаю, как прочитать это слово. В данный мир есть вход, то телевизор будет работать. А. Надо просто пульт использовать и... Окей, пульт использовать, и он откроется. Коротко о одежде девушек на пляже. Давно на пляж-то был. Это надо сломать. Нанах! Спокойно. На фотках видел. Тихо-тихо! Чё там внизу? Кроме гроба. Гроб. Так.
Слушай, тут весьма годный платформинг еще. Ну, то есть он работает? Ну, только я похвалил, блядь. О, 4 хп. О, нет. Что? Огненный... Это кто, блядь? Ты чё тут делаешь, алё? Убей его нахер! Кто это? Чё это, блядь, за Джейсон был сейчас? Воу. Окей. Что случилось? Я видел. Ну, я даже не знаю, что сказать. Сказать, что фильм того заслуживает, ну я хотя бы, мне не особо понравился из-за финала так называемого. Так, мы что-то поменяли, его платформы появились, отлично. Блять, как хорошо в какую-то более-менее адекватную игру играть после... Ой, блядь, я жизнь сломал! Я жизнь себе сломал! Ну, насчет снимают это... Кто знает? Снимать будут? Да. Буду ли я его смотреть? Не буду. Почему? Почему я его не буду смотреть, спрашивай? А где мой Уэсли Снайпс? А? Где мой Уэсли Снайпс? Надо. Воруй, блядь! Hey, look, SNL. Так, это что такое-то? Тикпоинт, что ли? Похоже на то. Да ты угораешь, что ли? Как я это должен взять? Не будет. Чё это про? Это же Дисней. Это же нынешний Дисней. Снайпса они никуда не возьмут. Ибо, ну... Они, блядь, с этим... Голову морочили. С Джеймсом Ганном. Из-за того, что он... Какой-то там пост, блядь, 100-500 лет назад, короче, запостил где-то, хер знает. А этот так вообще сидел. За неуплату налогов. Блять, ну ты вот сейчас вообще нормально сделал. Хуба! Не надо. Не хочу, не буду. Пойду. Причем здесь возьмут, не возьмут. Его, бля,
Одно дело брать человека из-за расы, а другое дело из-за того, что, блядь, он сидел. И портит себе репутацию этим. Ну, это же разные вещи. Алло. Так, а что, смогу жизнь-то взять? Хуа! А я хорош. Давай. А платформа приедет? Такое ощущение, что платформа не приедет. Что я ее случайно... Да-д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 а. Окей. Дай! Пульт. Хуба! Хорошо. Да ну летите. Да ну поверни ты камеру. Да что такое? Да ну хорош! Да я даже не знаю, Crystal Dynamics-то еще существует. Да я не знаю, они своими 3D-шными играми, мне кажется, в пароле просто всю серию. Мне жуть как не нравятся 3D-игры, вот такие вот. Так, ну что, вверх что ли получается или что? Селект, да? Бум. Ага. Окей. Okay. Отношения Кафа еще сильнее ухудшились у нас после трейлера Ведьмака. Что? Откуда ты берешь эту информацию? Я первый раз такое слышу. Кто это сказал? Я его смотрел. Проблем не было никаких. Пока ты не сказал сейчас, что проблемы у нас, оказывается, есть с Ведьмаком. Черные дриады будут? Кто это? Я не помню, кто это. То есть, подожди, стой. То есть у тебя только с этим проблемы, да? Найти видеоленту, и вы тогда получите пароль, когда вы пройдете на уровень. Стадо нашего проблема. Чё? А, то есть ты сам так просто, да? Констатируешь факты. Нихера. Но. Это за Джонни. Кто такой Джонни? Какой же Джонни? О чем он говорит? Да попади... О, господи,
Попасть по этой штуке целое дело. Не надо меня доножить. Убей помидорину! Сейчас вообще читать, что в фан-группах пишут, я хуй знает. This would be great for my collection. Так, чё за сотка? Жизнь? Тихо. Хотел посмотреть, чё там. This would be great for my collection. Что-то я не понял, что я взял. Такое ощущение, что у меня убавилось количество. Ты можешь? Я ударил, стоп, подожди, чё ты меня хп-то отнимаешь? О, нет. Взять хп и умереть. Нет, спасибо. Так, ну я смотрю, жизни дают за этот, за соточку, да? Тихо. Так, стоп. Ага, это умный. Окей, чё, наверху? Ага, это хилка, да? Нет, это не хилка, а чё-то другое. Ой, швед. Так. О, нормас. Марка! Да, ешь. Так. ХП сделали побольше. Я вообще ничего читать в последнее время не хочу. Я если хочу что-то читать, то это только потому, что хочу поржать. Потому что это вот вообще такая тупость. Я не помню, что за обсуждение было. Я просто помню, что я увидел последний комментарий. Аля, пошел в жопу, короче, не подходи ко мне больше. Что-то там, не смотри мою страницу и т.д. Чего? Ну-ка дай, почитаю, что там, бля, происходит. Любопытство ради. Ой, там такая чернуха просто была. Такой, знаешь, это типа, пошел нахер, урод, там все такое. Я к тебе на страницу зашел, ты вообще что-то там моральный какой-то. Такой, просто следующий комментарий от того чувака, на которого обосрали, такой просто. Ну, посмотрел я твою хуйню. Такой, ты сам не очень. Блядь, посмотрел твою хуйню. Это вот, знай своего врага в лицо, знаешь. Перед тем, как сраться с кем-то, надо посмотреть его страницу в ВК, блядь. Да? Так это работает. Воу. Ебать. До свидания. Да блин, в смысле? Вообще что с самого начала? Да что за дичь-то? Не, ну смотрибельным он будет, но...
Смотреть-то мы его не будем. Да нет, мы его будем смотреть, мы будем его осуждать. Ну, блин. Мы же, как говорится, все в Ведьмака играли, да? Мы знаем, как персонажи выглядят. А почему они выглядят не так? Говно! Говно! Можно осуждать, тебе нет. Ты исчерпал кредит осуждения. Дому дороги. А это типа бессмертие, что ли, какое-то? Дому дороги. Спасибо, Фианур, за хост. Ну, блин. Я понимаю, что это книжная версия. Я прекрасно понимаю, что это книжная версия будет. Но, блин. Мы-то все как бы привыкли, ну... к другим вещам. И поэтому сравнение будет, ну, оно невольное. То есть я книгу не читал, и я как бы... Мне не нравится Цири, допустим, как выглядит. Мне не нравится, как выглядит там, кто там, Трис или Йеннифер. Да обе, мне кажется. Ведьмак еще ладно сам. Тут я... хер знает. Я уже говорил по поводу перезарядки Бицухи. Если они такое сделают, здесь я буду кипятком писать. Потому что перезарядка Бицухи Генри Кейла это, ну, серьезная хуйня. Каждый первый коммент про Бицуху, ну это же Кейл. Каждый первый коммент. Либо про Бицуху, либо про усы. Не, блин, ну там же идеальный момент был в «Миссии невыполнимая». Я не смотрел сам фильм, я просто видел вот этот момент, меня просто на ха-ха пробрало. Это слишком красиво было. Это идеальное использование Генри Кавилла. Так как попасть-то? Где идти? Твою мать. Короче, пошли. Я тебя понял. А в игре не было? Я... настоящего лица. Я просто чувствую, что это будет как в «Игре престолов». Старуха! Лазить можно, видрить. Так, что секретка? Использую череп, чтобы убить Фрэнки. Да, ничего, сколько? 6.
Ладно, две жизни, видимо. А можно наверх-то? Алло. Сэма-сэн? А, окей. Кто-то соскучился по Шенму, по-моему. Сэма-сэн, блядь. О боже. Сетку взяли. Бум. Эд Блосман. Я боюсь, ко второму сезону подъедет. Зачем вкидывать все сразу-то? Мегида Хитарита. Миги! А, вы парольчик дали, смотри-ка. А я, правда, не понимаю, что это вообще написано. Ну ладно. Let's get back to the mystery man. Да, бля. Акцент этот. Аля. Аля, Техас, бля. Let's get back to the mystery man. Кто опять все? Я не знаю, кто все. Не слышал, чтоб кто-то шутил. Осудительная тема. Ну это ж филлер! Он иначе не может. Ему надо обязательно скандалы, блять, устраивать везде. Диско Инферно. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин, игра такая на расслабоне прям, я. А эту хуйню уби... А-а-а, жопа, тихо. Можно. Оп, ворой. Лютик голосом Бурунова. Как минимум, если будут использовать актеров, ну, для озвучки именно из игры, это будет, конечно, бомба. Да ну залезь! Залезь! Спасибо. Если Людика Ди Каприо сыграют... Что? Если Людика Ди Каприо сыграют, придется ему Оскар, блядь, давать. А на это они не пойдут. На это Netflix не согласится. Филлер, осуждаю. Так, а синий это чё? Оу. Я всё, я понял, о чём Брунов, да, Ди Каприо озвучивает. Так что можно.
Ни хрена себе. Там. Пара-па-па-па-ра-ра-па-па-па-ра-ра-па-ра-па-ра-па-па-пам. Пара-па-па-па-ра-па-ра-па-ра-па-пам. Пара-па-па-па-ра-па-ра-па-па-пам. А, вау, вау. Да ну ёпты, брось. Так, спокойно. У, не надо! Красиво было. Так, максимум хп прибавили. Окей. Моё! 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 Блять, Гекса должен Синк озвучивать. Моё! Моё! В прыжке хвостом. Нагасаки! Тихо-тихо-тихо. По этим стенам можно? Так, ну давай нахер. Стоит смотреть фильм «Хранители»? Стоит, конечно. В смысле? Режиссер. Это на сколько часов режиссерку? Режиссерку. А, еб твою мать. Это мало. По какому описанию? Из всего этого описания я могу сказать, что там про холодную войну, блять, два слова. Я что, в начало вернулся, не помню? Я же это уже видел. Ебать, ну ты дурак, нахуй. Ой, нагай. Подожди. Да ну в смысле? Так я ж не выхожу, алё, из уровня-то, блядь. Ты чё меня выкидываешь-то? И откуда? И откуда? Ну, блядь, хоть отсюда, ладно, и то. И то ладно. Не помню такого. Там вообще не про это, по сути. Бля, ты... Нахер иди. Да ну брось. Вьетнам? Да, там Вьетнам есть. Насчет холодной войны вообще не помню, что там про нее говорили. По-моему, там Никсон появлялся пару раз. Или один раз вообще. Не помню абсолютно. Так, удаленный мир дает доступ к новым картам. Угу. Окей, окей. Так я и говорю, что там не про это вообще.
А приедет ко мне сегодня? Ну там, значит, там либо Никсон, либо человек, которому сделали большой нос. И поэтому это Никсон. Из-за носа. Блять, я назад что ли иду? Ёбаный стыд. Да не, я шучу. Понятное дело, что это Никсон был. Так, туда мы через низ. Просто единственное, помню, как он выглядел, это нос ему сделали гигантский, просто жуть вообще. Блять, ну в смысле, алло. Блять, гениально. Зачем меня выкидывает из уровня каждый раз, я не понимаю, что мне нельзя кинуть? Что? Почему мне нельзя с чекпоинта просто взять и восстановить все? Так, нет, не вариант. А я смогу? Хватит мне. Твою мать, ты чё не схватился-то, блядь, алло? На, сика. Эдди Мерфи? Да нет. У него немного не такой. Не такой слащавый. Сломал. Ладно, оп. 2 хп. 2 хп. Живи. Живи, пожалуйста, Гекс. С этим. Живи. Угу. Не надо. Не хочу. Да вот ты чё делаешь-то? А чё за синяя сфера? Синяя сфера. Так, не надо. Блять, ты прям вот чётко туда. Хопа! Хочу я. Цикую. Блять, ну ты серьезно, что ли? Ты вот прям вот выждал нужный момент, чтобы просто туда зайти и. Что? Чё вы смеетесь? Чё не так? Чё-то не так? Да блять, он прям чувствует, куда идти нужно. Куда стрелять, вернее. Я уже прям перед выходом был. Как мне этот куб взять? Где вот он берется? Ого! Привет, Онг! Да вот нахера ты так делаешь?
Ты чё смеёшь? Так, а я выйти отсюда смогу? А, о, портал какой-то. Это куда? Не понял. Где я? Понял. Наверное. С правой стороны пришли, окей, хорошо. Враги не зареспавнились? Надеюсь. Хорошо. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Та-та-та-та-рам. Та-та-та-рам. Не надо. Эй, блядь, тихо! Пуль! Ух! Ху-ху-ху! 3000. Я? Да я просто игнорю вас. С этими вашими обсуждениями. Не всех! Не всех! Но тех, кто разговаривает на эту тему, осуждаем! Насуждаем! Так, значит, еще один уровень. Опа. Это что за секретные локации такие? Чего? А как пройти в нее? Он не проходит так-то. Не понял. А, вниз. Господи. Здесь еще определенному нужно пройти, чтобы попасть к уровню. Охренительно. Spin and puke. Пук. Босс, что ли? Ебать. Добрый вечер. Give me some sugar, baby. Damn! Damn! Алло, 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 девочка! Honey blow, honey blow. Higher, lower. Бля, ударь, ударь. Да ну что? Ты дурак? Ясно, понятно, он дурак. Не, мы справимся, я думаю, да? Понять бы, в какой момент бить. Мне не нравится, что... То, что, короче, локация двигается. Это вообще прям пипец. Я только плачу на свадьбах. О, интересно. Окей. Ебать. Старуха! О боже. Вспомнил
Вспомнил про Мэш, сразу музыка в голове заиграла. Someone to care, someone to me. Это песня, да? Любимая песня Данича? Фум. Так, и чего? А в чем разница пультов? Смотри. Тут, видимо, нужно... Эту песню помнит по фильму. Я вообще с Мерфи не помню ни одного фильма толком, кроме этого. А можно назад вернуться? Меня пугают эти вещи. Подожди, что происходит-то? Это уровень в уровне, что ли, или что? То есть, это начальная локация. А, смотри вон. То есть я отсюда могу попасть сюда. Правильно понимаю? Да, смотри. Уэлма! Уэлма! Что? Здесь 4 мира, что ли, здесь все? Чего? Меня запутала игра, слышишь? То есть здесь есть переход во второй мир и выход. То есть мне что, надо пульт, что ли, использовать или что? А, ну на туре. Давай. Пульт. Twin Towers. Буль-буль. Так, я хотел перерыв сделать, на самом деле, сейчас я... Музон. Тетерите пеп.